Новость последних минут. В Сирии потерпел крушение российский военный самолет Су-24. Эту информацию только что подтвердили в Министерстве обороны России. Там заявляют, что Су предположительно был сбит в результате обстрела с земли. Чуть ранее некоторые СМИ передавали, что самолет якобы нарушил воздушное пространство Турции и был сбит турецкими же ВВС. Однако в нашем оборонном ведомстве эту информацию опровергают. Су находился исключительно на территории Сирийской Арабской Республики на высоте 6000 метров. И это подтверждено данными объективного контроля. Вот кадры, которые распространили турецкие телеканалы, на них момент попадания в самолет ракеты. Видно, что оба летчика успели катапультироваться. Их судьба сейчас уточняется. Пока это все, что известно на данную минуту, мы будем следить за развитием событий. Мы возвращаемся к главной теме. В Сирии потерпел крушение российский военный самолет Су-24. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России. Там заявляют, что Су предположительно был сбит в результате обстрела с земли. Вот кадры, которые распространили турецкие телеканалы. На них момент попадания в самолет ракеты. Видно, что оба летчика успели катапультироваться. Их судьба сейчас уточняется. Ранее некоторые СМИ передавали, что самолет был сбит турецкими военными, якобы после того, как нарушил воздушное пространство Турции. Однако в нашем оборонном ведомстве такую информацию опровергают. Су-24 находился исключительно на территории Сирийской Арабской Республики. Приводится высота 6000 метров, и это подтверждено данными объективного контроля. Обломки самолета, как сообщается, также находятся на территории Сирии.